Я хотел по поводу революционных туров, я хотел бы сказать следующее. И прежние, и недавние власти Египта проявляли достаточно здравомыслия, чтобы не допускать распространения революционной заразы в Шарм-эш-Шейх. На курортах всегда было спокойно, и даже самые ретивые исламисты там не появлялись. Те, кто любит египетские курорты, ну, безопасно следовать этим направлениям. Но уже, конечно, ни в Гизу, ни в Каир соваться бы не рекомендовал.